Сейчас мы поговорим о лентах, которые используем в наших светильниках. Первый тип — это ленты SPI. Основная особенность этих лент — тем, что каждый светодиод может удалять цвет, который он хочет, но он может управляться у нас отдельно. То есть мы можем создать вот такие динамические эффекты, управлять каждым светодиодом отдельно. Это реализовано с помощью контроллеров, которые устанавливаются и идут в комплекте к нашим светильникам. Один из самых новых типов ленты — это CLB-лента. Если присмотреться, здесь находится очень много светодиодов, порядка 400 штук на метр. Но сверху нанесен люминофор, поэтому с расстояния 10 см вы уже не можете различить отдельные светодиоды. Эта лента используется пока достаточно редко, но в тех случаях, когда нам нужно нанести ее и не использовать рассеиватель. Лента со изменяемой температурой свечения. Эту ленту мы очень любим в наших декоративных изделиях. Если присмотреться, то видно, что здесь диоды чередуются: один холодный белый, другой теплый белый. Они расположены. Их много, они 180 штук на метр. Эта лента позволяет нам с помощью пульта, ну, контроллера, изменять температуру свечения. То есть вы можете сделать, чтобы у вас утром устройство светило холодным белым, вечером теплым белым, то есть вы можете постоянно подстраивать, как вам нужно, либо задать какой-то нейтральный режим, когда вам это необходимо. Лента с фиксированной температурой свечения. Если нам нужно получить много света и определенную температуру свечения, теплый белый, холодный белый, мы используем эти ленты. Они очень мощные, потребление мощности порядка 20 ватт на метр. Они очень много выдают света, порядка там 3000 люменов на метр. Очень высокая плотность светодиодов, 240 штук на метр. Таким образом, если нам нужно в каком-то изделии получить большой поток света, чтобы не было видно ни засветов, ни точек, ничего, мы используем именно такие ленты. У них высокий уровень CRI, поэтому под этими лентами можно читать, работать, и вы не смотрите свои глаза.